Всем здравствуйте! Это прогноз погоды на воскресенье 26 июня. На территории Кировской области обещают ясную погоду. В Кирсе днем ожидается плюс 20 градусов, в Вятских Полянах, Слободском, Уржуме и Нолинске плюс 22, в Котельниче и Яранске плюс 24, в Лузе плюс 25 градусов. В Кирове в воскресенье обещают малооблачную погоду от 20 до 23 градусов днем, от 12 до 15 ночью. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 37%. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Световой день продлится 18 часов 21 минуту. Луна убывающая. Это был прогноз погоды на воскресенье 26 июня.